Да? Хочешь, не хочешь, но как-то мысленно немножко начинаешь подводить итоги. А год был очень-очень насыщенный, поверьте мне. Были очень разные события, были прекрасные музыкальные наши победы, прекрасные находки, были очень тяжелые семейные обстоятельства. В общем, одним словом, очень мощный по событиям был год. И я в этом году обрела одного учителя. К сожалению, он свой земной путь прекратил 5 ноября, но многие-многие песни я сегодня пою ему. А вам спасибо за поддержку.